Всем привет! Я продолжаю играть в игру «Корсары каждому свое» на сложности «Отчаянный корсар». Сейчас Шарль де Мур находится в городе Капстервиль и разговаривает с цыганкой, пытаясь выведать тайны использования Монгаруса. Цыганка явно не торопится раскрывать секреты и морочит Шарлю голову. Сначала она предлагает 200 песо за одну Монгаруса, потом 50 дублонов. А когда Шарль настаивает на том, чтобы она рассказала ему истинное предназначение Монгаруса, она просто отказывается с ним общаться. Что ж, будем дальше расспрашивать. Теперь идем в магазин продавать груз в Африке, который, я напомню, мы захватили в прошлой серии. Мы специально приплыли в Капстервиль, так как я знаю, что здесь, вот вы видите, что паприка обозначена оранжевым цветом, это значит, что здесь большой спрос на этот товар. Мы видим, что мы продаем почти за 17 тысяч, если вспомнить, что на корабле мы нашли 15, то наш текущий профит от этой операции составляет 32 тысячи. Теперь идем на верфь продавать шхуну, которую мы захватили. Сначала надо продать пушки, которых на ней было не так уж много, прям скажем. Нашим верфям завидуют все конкуренты. Продаем 10 полукулеврин за 2000. То есть наш общий профит теперь 34 тысячи. Но я, конечно, не считаю тот лут, который мы собрали на шхуне. Это плюс еще там какое-то количество песо. Заодно мы сняли пушки на шлюпе, чтобы предотвратить износ. Продаем за 6000 шхуну, итого наш эффект 40 тысяч. Не считая лута на шхуне. Завидуют все конкуренты. В джунглях встречаем девицу, которая бежала от преследователей, нанятых ее отцом, который принуждал ее выйти замуж. По ее просьбе приводим ее в таверну и спрашиваем у тавернщика, есть ли тут ее жених Абердело. Соответственно, товарчик отвечает, что он здесь появляется, но сейчас его нет, поэтому нужно зайти позже. Выходим из таверны и тут же в нее заходим снова. Ее жених появится уже здесь и подойдет к нам. Он скажет, что хорошо бы их увести к его родителям, где у него виды и связи и так далее. Вот. В данном случае надо в Порт-о-Пренс. Вести. Ну что ж, согласимся. В принципе, есть два варианта прохождения этого квеста. Можно ее к отцу отвезти, а можно отвезти на другой остров. Я выберу отвезти на другой остров, хотя, в общем, можно было и к отцу отвезти. Да, это правильное решение. В «Корсарах каждому свое», видимо, для ценителя черного юмора, появился новый тип локации кладбища. Здесь, например, был кровельщик, и его последней фразой было «кажется, поднимается сильный ветер». А дальше был алхимик, его последней фразой было «а теперь эту жидкость мы слегка подогреем». В общем, забавно. Также есть здесь, как его назвать, хранитель кладбища. В общем, для чего это все надо было, я не знаю. В общем, у этого хранителя можно тут купить разные растения, предметы, которые он собирает с покойников или осматривает. В общем, я здесь бываю редко, я честно скажу. Хотя черный юмор иногда даже очень забавный. Теперь Шарль вошел в локацию между кладбищем и маяком на Сент-Кристофере, и он точно знает, что здесь найдет еще одну Монгарусу. Вот, собственно, и она. Хозяйка борделя в Капстервилле дает такое же задание, что и хозяйка в Сен-Пьере.
общем, надо вправить мозги некому Анри Шате, который достает ее и ее подопечных. В общем, также надо идти в таверну. Цепляем свою вавилонскую шпагу. Нашего боевого товарища, вернее, боевую подругу. Быстрый переход здесь работает. А вот и Анри Шате. О, наконец-то достойный собеседник. В общем, разговор ничем не отличается от того, что был в Сен-Пьере. И кажется, мы снова будем драться в таверне. Да, что-то как-то то ли поменяли что-то в этом квесте. Как-то раньше я его совершенно по-другому проходил. Нет, на этот раз мы его, конечно, не отпустим. Хотя бы для разнообразия. Вот тут какой-то скрипт работает. Наша репутация ухудшается до злодея сразу. Да. Главное, что мы с него, собственно, ничего не сняли. То есть убили впустую, можно сказать. И снова нет никакой записи. В общем, честно говоря, я в недоумении, потому что этот квест раньше я проходил совершенно по другим вариантам. А вот такой вариант, который был и в Сен-Пьере, здесь, честно говоря, мне раньше не попадался вообще. Заскучали. Ну да. На Шарля можно положиться. Это точно. Именно это она и собирается, судя по всему, сделать. Что ж, Шарль, в общем-то, не против. Деньги, харизму проверяем. И следуем за мадам. Есть, конечно, и плюс во всем этом, то, что не надо платить за проституток. В общем, проститутка у нас тут сама хозяйка и бесплатная. Соответственно, все в порядке. Торговец оружием в Капстервилле продает траншейный доспех. Это очень хороший панцирь или кираса, который на 35% сокращает урон от клинков и на 30% сокращает урон от пуль. Но, правда, имеет нехороший побочный эффект, на 2 сокращает реакцию и на 1 выносливость. То есть сокращается энергия героя аж на 20 единиц. По этой причине, в общем, я покупаю этот доспех скорее впрок. Сейчас я его использовать не буду, так как я прокачиваю в основном легкое оружие, а этот доспех будет сокращать скорость прокачки. Шарль прибыл на Сент-Мартен, собственно, уложив и несколько индейцев в локации колодца. Он входит в пещеру. Небольшое дежавю. Клад лежит ровно на том же месте, где и в прошлый раз. Что поделать, ну любят вот срывать в одном и том же месте клады. Так, видим, что клад не такой богатый, как в прошлый раз. Хотя карта была с пятнами крови. Видимо, зря эту кровь все-таки проливали. Соответственно, на нас нападают прямо в пещере. Опять. Только на этот раз мы видим, что индейцы, а не пираты. Что ж, тем лучше. У них нет огнестрела заведомо. Правда, в прошлый раз пираты тоже не стреляли. Ну вот, один уже в ауте. Так, правда, урон нам опять наносят. В
должен, кстати, повиниться, что на протяжении уже сколько, 12 серий я называю Волонскую шпагу Вавилонской. В общем, для меня тоже даром не проходит это прохождение, когда нужно проговаривать то, что, играя так, не проговариваешь, выясняется, что некоторые вещи ты просто не так представляешь, не так называешь. Чтобы смыть немножко позор, я посмотрел в интернете, что из себя представляет Волонская шпага. В общем, я так понял, что это кавалерийская шпага с широким клинком, которую применяли в Германии, Голландии, естественно, значит, и во Франции. Правда, в интернете я посмотрел продажу этих клинков, в общем, там написано, что вес клинка не более 900 грамм. По крайней мере, тот вариант, который я видел на продажу. Поэтому слабо я себе представляю, почему это можно записать в тяжелое оружие, потому что, в общем, это шпага. Хоть и кавалерийская, хоть и широкая, но все-таки шпага. Тем не менее, разработчикам, конечно же, виднее, чем мне, который 12 серий называл эту шпагу Вавилонской. Я уж не знаю, почему Вавилонской, но вот захотелось мне ее называть Вавилонской, и называл я ее именно Вавилонской. Правда, вавилоняне, наверное, не знали, что такое шпаги, но... Тем не менее, это никак не сказывается на эффективности в игре этого инструмента, так как в игре он позиционируется как тяжелое оружие, наносит большой урон. И вот мы видим, что последний индеец уже тоже повержен. Теперь можно доставать клад. Ну, в общем, да. Более скромно, чем в прошлый раз. Теперь идем к ростовщику Филипсбурга смотреть, сколько мы тут можем получить за все, что нарыли в сундуке. 2000, 6000, 7000. Двадцать девять тысяч, 49 тысяч. Ну, в общем, где-то порядка 55 тысяч мы получили, плюс гребни. Теперь будем ликвидировать джентльменов удачи, которые приплывут за нами. Мы видим, что тут не только джентльмены, но и еще пираты плывут. Ну да, первый доплыл джентльмена. Замечательно. Главное не врезаться в берег. Ну да, шлюп. В общем, пока у нас низкий уровень, поэтому джентльмены приплывают, в общем, не на самых больших кораблях. Не самые опасные джентльмены. Мы видим, что тут по ним ведет огонь не только форт, но еще корабли в бухте. В общем, у джентльменов нет никаких шансов. Я думаю, что надо бы к ним поплыть уже. То не дай бог их потопят до того момента, как мы до них доплывем. Естественно, можно было от них уйти, как уходили в предыдущие разы, но в этот раз я решил просто захватить их корабль.
видим, что их уже накрыли. Еще надо поторопиться. Правый борт готов. Как бы их сейчас окончательно не утопили, весь мой план по захвату этого корабля можно будет выкинуть на помойку. Также важно, чтобы по нам форт не попал. Ну вот, собственно. Идем на абордаж. Это хорошо, что нам предоставилась такая возможность. Ну, в общем, абордаж тут чисто условный, так как вся команда у этого шлюпа выбита фортом. Скажем так, я все-таки ожидал чего-то более сложного. Наиболее, я бы выразился, прокачивающего. И мою команду, и, собственно, Шарля. Обыскиваем трупы, сундуки на палубах. Это важная часть, собственно, стоимости абордажа, то есть прибыль от абордажа. Идем в каюту. На Шарле валонская шпага. Капитан, по-моему, упорно не хочет лечиться. Как раз не очень хорошо. Ну что ж, тогда прикончим его сразу, я думаю. Да, это, конечно, было неудачно. Нажал раньше времени переход в другую локацию. В результате не удалось захватить лут из капитанской каюты. Ну и бог с ним. Видим, что, в общем, примерно такой же шлюп. У него пушки получше, но команды поменьше. В общем, не буду я его брать. Тем более, что его надо очень сильно чинить. И стоить он будет копейки. Дальше идем в город. В Филипсбурге встречаем человека, который дает нам задание на розыск капитана. В данном случае он хочет найти сослуживца, с которым служил в Старом Свете. И обещает нам 14 тысяч. В общем, если мы найдем этого сослуживца. Открываем журнал. Розыск капитана называется квест. Также встречаем господина, который хочет продать некую информацию. Соглашаемся. В общем, выясняется, что это информация про пассажира, за которого можно получить хороший выкуп. И он хочет за эту информацию 120 дублонов. У нас, к сожалению, сейчас нет с собой дублонов. Но он говорит, что можно к нему подойти позже. Берем дублоны в каюте. Подходим снова к этому господину. Он сообщает, что через 15 дней из Филипсбурга выйдет шнява Голландия, на которой будет наш будущий пленник, которого лучше всего везти в Блювельт и получает там как минимум 480 дублонов. Также он сообщает, что эта шнява через 15 дней будет выходить не из самого Филипсбурга, а из одной из бухт местных.
на Синпартене. Собственно, открываем журнал, там это вот написано. Шарль не теряет времени даром, отрывается в таверне Филипсбурга на всю катушку. Иногда удача ему широко улыбается. В результате многочисленных зачисток джунглей Шарль получает еще одну личную способность. Я беру навык продвинутой защиты. Это сократит повреждения Шарлю на 20%, а Джордж Бах и Жервес Лего получат по навыку основной защиты, так как ранее Шарль выбрал перк обмен опытом. Это позволяет прокачивать своих офицеров. В таверне Филипсбурга Шарль встречает Карла Паусона, который является штурманом. У него замечательные пирейцы, и Шарль решает его нанять вместо Фольки де Люка, так как у него к тому же еще и навык навигации повыше. Соответственно, ну, убираем Фольки со штурмана и назначаем Карла Паусона. Губернатор Филипсбурга Мартин Томас дает Шарлю задание уничтожить в окрестностях Филипсбурга шайку разбойников. Открываем журнал. В общем, нам за это дадут 4500, и у нас 2 дня на это. В локации входа в пещеру встречаем искомого бандита со своими подручными. Соответственно, будем его ликвидировать. На Шарле Валонская шпага. Это означает, что у бандитов шансов крайне мало, если они вообще есть. Один повержен. Второй повержен. Остался, собственно, главарь. Ну, в общем, ему недолго уже осталось. Ну вот и все. Получаем с него абордажный тесак. Идем к губернатору. Разговор с губернатором начинается неожиданно. Он просит найти кольцо, которое он потерял в борделе. Вообще, конечно, от этого задания стоило бы отказаться, но мы рискнем. Я уже говорил, что в бордель Филипсбурга лучше не ходить до определенного ранга героя. Нам нужно найти кольцо, и здесь есть несколько вариантов, как мы можем его найти. Первый, самый простой, если он лежит где-то на полу. То есть либо вот здесь вот, либо на лестнице. Мы видим, что здесь нигде нет. Значит, остался последний вариант, приемлемый для нас. Это что он лежит на полу вот здесь вот, в комнате хозяйки. Нам повезло все-таки. Он действительно лежал на полу у хозяйки. Возвращаемся к губернатору. Если бы его не было на полу у хозяйки, нам пришлось бы перегружаться, так как с хозяйкой разговаривать нельзя. Она сразу будет давать квест, который мы выполнить пока не сможем, либо будем затрудняться его выполнить. Получаем вознаграждение от губернатора за кольцо. А потом сдаем ему, собственно, задание по бандитам. Теперь надо посмотреть, как это все повлияло на отношения Шарля с офицерами.
Ну, в общем, продолжать выполнение квеста похитителя я буду уже в следующей серии. А эта серия закончена, продолжение следует. Пока.